мощный снегопад парализовал движение на восточном побережье США. Жертвами ДТП стали уже как минимум 10 человек. В одной только Вирджинии всего за 4 часа зарегистрировали почти 1000 аварий. В аэропортах коллапс, отменены более 7000 авиарейсов, в том числе в нашу страну. Из-за аварий на линиях электропередачи без света остались более 130 тысяч домов. В Вашингтоне остановлен весь общественный транспорт, включая метро, закрыты госучреждения и школы. В магазинах пустые полки. Многие впервые узнали, что такое дефицит. Пустые полки, как в Советском Союзе. Я просто в шоке. Думал, пересижу пургу в сытости. Я зашел купить продукты, а тут шаром покати. Еды вообще нет. Я ухожу с пустыми руками. Похоже, мне придется доедать то, что осталось дома в холодильнике. Режим чрезвычайной ситуации введен уже в 11 штатах. Синоптики меняют свои прогнозы в худшую сторону. Несколько штатов уже объявили о мобилизации Национальной гвардии.